рамках передачи «Военный священник. Вчера, сегодня и завтра» мы продолжаем рассказ о служении военных священников в различных подразделениях Вооруженных сил России сегодня. Каждый христианин должен быть ловцом человеков, являя собой пример, чтобы через него люди увидели, кто такой Христос. Я всегда, когда вот прихожу на службу, я бригаду все обойду. Все места, где могут быть, да. Ну и говорю так, ребятки, если вы, видя меня, не улыбаетесь, ну или пойдем в ФСБ, или на исповедь. Потому что что, значит, человек просто, у него что-то плохо на душе, да? А может, он что-то не так совершил. И поэтому как? Ну лучше, конечно, идти к батюшке, потом дальше он тебя просто не допустит. Священник-врач духовный, покажи ему раны, не стыдясь, искренно, откровенно, с сыном недоверчивостью. Ведь за тебя он должен дать ответ Богу, отчего жизнь наша стала так нечиста, исполнена страстей и греховных навыков, того, что весьма многие скрывают свои душевные раны или язвы, от того, что они болят и раздражаются, и нельзя к ним приложить никакого врачевания. Святой праведный Иоанн Кронштадтский об исповеди. Это очень важно, когда он приходит к тому, чтобы очиститься от грехов, которые он с собой носит, пока не покается. И с некоторыми своими прихожанами я общался по нескольку лет, призывал их к этому моменту. Они говорят: батюшка, если я соберусь каяться, вы об этом узнаете первый. Вы для них как родной отец, потому что на деле вы знаете, что такое воинская служба. И можете их не только просветить духовно, дать какую-то поддержку, но и поддержать их, так сказать, перенесение солдатских будней. Ну, я делюсь своим жизненным личным опытом, потому что сам носил сапоги, носил форму, терпел тяготы и очень благодарен Богу за этот жизненный опыт. Теперь могу делиться своим опытом с ребятами, с офицерами и со старшими офицерами, которые этого пока веры не имеют. Это очень важно, потому что когда с ними разговариваешь на одном языке, они тебя больше понимают, лучше понимают. Например, для того, чтобы объяснить воину, что нужно каяться в грехах, я привожу пример подворотничка. Говорю такие слова: подшил воин подворотничок на внутренний осмотр, походил до этого, он будет немножко грязным. Походил неделю, он будет еще грязнее. Походил год или всю жизнь, он будет цвета, как будто им чистили сапоги. И они сразу понимают, что действительно это так, потому что они ходят в подворотничке. Но в армии он не сможет сходить год в одном подворотничке, потому что на следующее утро, если он будет грязным, старшина на утреннем осмотре оторвет его и заставит перешиваться, подшиваться заново, с угрозой отправить его, значит, убираться в нечистом месте. И боец, естественно, побежит, потому что туалет драть не хочется. А в жизни тоже грехи наши копятся. И душу периодически нужно очищать покаянием, потому что грех очищается, когда исповедуется вслух перед свидетелем, перед священником, который облагает прощать грехи, и перед крестом и Евангелием. Ну, многие приходят на исповедь после этих слов. Процесс длительный, процесс такой очень сложный, потому что каждому нужен свой подход. Вот. Бывает, по несколько раз нужно объяснять одно и то же. Ну, люди обычно, если они приходят к вере, каются, они уже стараются, конечно, не совершать смертных грехов. Воины, которые получают воскрешение, наверное, все они с покаянием не только духовно преображаются, но и крепнут. Ну, конечно, крепнут, потому что когда грехи уходят, благодать в человеке пребывает в большей степени. И они стараются справляться. Мы совершали богослужение на территории, где дислоцируется, значит, моя бригада, деревня Ильинская, Домодедовская, Московской области. Там есть казарменный храм домовый, причастилось порядка 64 солдат. Потом мы еще 10 покрестили и тоже их причастили. И ребята, ну, кто-то приходит в первый раз, кто-то уже имел опыт покаяния в церкви, жизни в церкви. Но это их укрепляет очень сильно, потому что они оторваны от дома, от родителей, от близких, от обычного образа своей жизни. А здесь у них появляется время подумать над собой, поработать над собой, потому что такого времени, когда человек будет предоставлен сам себе, практически в жизни у них не будет. Вот открыта дверь покаяния. Постарайся, грешник, войти, пока она не затворена. Сама дверь, видя тебя беспечным, не будет ожидать, пока длится твоя небрежность. Святой Ефрем Сирин.
многие приходят и говорят, что они поняли какие-то ценности, что не слушать папу с мамой, какие-то совершали грехи и стараются в какой-то степени исправляться. Конечно, это непросто, потому что в армии и незаслуженные братья, брани выражаются, всякие разные отношения могут выяснять, но все-таки в целом, если человек верующий, он старается поддерживать в себе эту веру, жить по заповедям и совершать сослужение во славу Божию. Из доклада генерал-майора Черкасова, председателя попечительского совета фонда «Амафор», президент Российской Федерации, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами, принял в июле 2009 года долгожданное решение о формировании Института военного духовенства. В Министерстве обороны создано управление по работе с верующими военнослужащими. Процесс формирования Института военного духовенства гармонично вписывается в процесс формирования нового облика армии. Есть убеждение, у меня, например, личное убеждение, что военное противоборство – это всегда вообще выражение духовного противоборства. Будь это сражается на мечах, будь они сражаются за пультом управления, запуском ракет. Все равно духовная составляющая здесь решающая имеет значение. Из доклада начальника главного управления по работе с личным составом в вооруженных силах Российской Федерации генерал-майора Чваркова на сборах сотрудников органов по работе с верующими военнослужащими 24 января 2013 года. Надо осознавать, что главное содержание жизни войск – обеспечение боевой готовности и плановая боевая подготовка. Определенный опыт священнослужителей в этой работе уже имеется. Русская Православная Церковь в лице своих нештатных батюшек-добровольцев уже почти 20 лет присутствует вместе с вооруженными силами во всех горячих точках, участвует во многих учениях и походах. Участвовал в учениях. Вот центр 2011 и в эшелонах ехал, и на полях был. Тогда, может, процентов 70 верило в священника, то после учения они просто увидели. Батюшка на учениях, да, в тех же условиях, в тех же и все, значит. Располагает очень. Да, и знаете, у меня очень хороший контакт установился с командиром бригады Хмелевским Сергеем Владимировичем. В моей практике уже стало традиционным, я это подчеркиваю, перед каждым выходом, перед каждым выходом в море служим молебен. Вот. Уже несколько походных храмов, ну, правильно было бы назвать, было бы походные иконостасы, вот, которые разворачиваются очень в короткое время в кают-компании. Вот наших больших крейсерских атомных подводных лодок, и это облегчает нам богослужение, организацию проведения. И вот мы таким вот образом на борту от кораблей Александр Невский, вот, недавно передан была Юрию Долгорукову, вот освещали не так давно спуск атомной подводной лодки Владимир Мономах. Вот, надеемся, что и на этот корабль тоже будет передан этот походный иконостас, и в этом наступившем году ему предстоят морские выполнения задач моря, будем и с этим экипажем тоже молиться на борту этого корабля. Завершение литургии, оно было в практике флотского духовенства, того действующего института, который возглавлял пресвитер армии флота Шчевельский. Тогда было не благословлялось и не рекомендовалось совершать литургии на борту корабля в связи все-таки с качкой. И, безусловно, святыми дарами рисковать ни в коем случае. Да. Поэтому вот такая форма богослужения не проводилась. Но тогда и не было таких подводных лодок, как сейчас. Будем продумать этот вариант, и когда корабли будут уходить на длительное плавание, а такие у нас предвидятся походы, то возможно будет дано нам благословение, и на подводной лодке не качает. То, что в нашей жизни, вот сейчас в армии, очень важно духовное просвещение, прежде всего, командного состава, органов военного управления. Потому что многие, конечно, и верующие есть люди, некоторые и практикующие веры, то есть исповедующиеся и причащающиеся, но большая масса офицеров, командиров просто духовно неграмотные. Ну, неграмотные даже вот в религиозном смысле. А главное, не знают, как с военнослужащими себя вести, которые исповедуют эту веру. Командир должен это знать.
Вот, и он должен уметь работать с верующими военнослужащими и любое вероисповедание. Если он сам не понимает, значит, он должен уметь привлечь к этому делу специалиста, духовника, какого-то священнослужителя, который правильно будет строить политику. Сколько людей в бригаде? Все мои дети. Все дети. Потому что вот как бывают и хорошие дети, и плохие дети. И у одного таким, у другого такие мысли. Но когда тебе благо, значит, встречают мусульмане, они к тебе идут с радостью даже мусульмане, да? Значит, буддист как-то не так. Любвеобильно, наверное, да? Значит, и с тобой встречаются, рады тебя видеть, тебя приглашают, и к этой беседе есть. То есть, значит, ты говоришь, что ты на твоем месте находишься. И вот когда ты видишь, что ты нужен людям. Вот смысл жизни. Ты нужен. Из доклада генерал-майора Чваркова на сборах штатных сотрудников органов по работе с верующими военнослужащими 24 января 2012 года. Эффективная воспитательная работа с командирами порождает своего рода расширяющуюся цепную реакцию. Если удается пробудить в одном офицере нравственное начало, которое заставляет его придерживаться общепринятых моральных норм, то неизбежно возникает его положительное влияние и на подчиненных, сослуживцев, и, что также немаловажно, на собственную семью. Отец Владимир, что вы пожелаете тем офицерам, которые только еще на пути веры, на пути в церковь? Пускай, приходя они в подразделение, да, то есть ищут встречи с батюшкой, ищут встречи. Не ждет, пока батюшка к нему придет, а ищут свои встречи, да. И если хороший именно священник окормит эту часть, то он его обязательно заметит. Военный священник должен пройти армию, он должен знать армейский коллектив, он должен знать, чем он живет, и должен жить этой жизнью. Из доклада генерал-лейтенанта Шатохина, члена Бюро Президиума Всемирного Русского Народного Собора. Среди божественных заповедей, особо значимой для армейской жизни, является жертвенная любовь к Богу, ближнему, сослуживцу, командиру, подчиненному, армии, своему народу, Отечеству, и на этой основе смирение, сознательная готовность к выполнению воинского долга, а если потребуется, то и самопожертвованию. Именно формирование этого внутреннего, исходящего из души чувства на основе веры, должно лежать в основе всей пастырской работы. Ну я вот только понял, значит, что в армии может быть священником, неважно какого звена, бригадного и выше, и сможет найти общий язык с личным составом, от солдата до, в принципе, офицера и членов семей там, или контрактников, тот, кто любит армию. Понимаете? Бог – это любовь, донести любовь. То есть быть отцом. Живи среди людей, да? Как Иисус среди своих апостолов, да? И шутка, очень много играет шутка. Она дает очень такой заряд бодрости, да? Даже такой, знаете, пример был с учений. Вот дождь сильный, да? Берцы все в грязи, сам весь мокрый. В камуфляже тоже выходишь вот так, только с кофея у тебя на голове, да? Солдатик стоит, костер потухает, он бедный уже замерз, уже думает, скорее бы кто-то или сменил, или что-нибудь. И вот знаете, вообще, поднимаешь так руки, как прекрасен этот мир, посмотри. Вы знаете, небеса как бы что-то растягиваются, да? Костер начинает живее гореть, солдат улыбается, из палаток вылазит, что там такое, да, кто-то такой-то самый, да? Понимаете, и костер, я говорю, быстрее давай, я чая хочу, так хочу. И все, мне сразу чай там греет, там хлеб привезли, понимаете, булку. Такой счастливый, понимаете, буквально в руке стоят ребята, улыбаются все, вот она. А дождик там идет, грязь, не грязь, все это уже в стороне, понимаете? Вот она, понимаете, вот она любовь. И вот если ты для этого нужен, если ты это делаешь, да, то я и Бога за это благодарю, что я все-таки оказался на этой стезии.